забывай, что комарам остаться в живых. Я ничего уже не замечаю. И пусть так и, наверное, человек может не поддерживает во мне силу. Ее нигде нет. Возможно, на все. Привет путешественникам. Что ты ищешь? Твои усилия помогли спасти Квач или то, что от него осталось. За это я готова помочь тебе распространять искусство лечения по Сиродилу. Я научу тебя всему, что умею сама. Удачного тебе дня. Врата закрыты. Это первая хорошая новость за последнее время. Оглянись вокруг. Ты не найдешь лучших цен во всем Тамриэле. Я слушаю тебя, гражданин. Для меня радость говорить с тобой. Я не могу выделить много людей, но ты заслуживаешь нашей помощи, как никто другой. Я пошлю всех, кого смогу. Брума не должна разделить участь нашего города. До свидания. Похоже, проныра. Как поживаешь? Я вижу, ты работаешь с Серым Лисом. С тобой всегда выгодно иметь дело. Thank you.
Конечно, почему нет? Возможно, я даже смогу продать это прежнему владельцу. Не пытайся надуть меня, ты! Конечно, почему нет? Возможно, я даже смогу продать это прежнему владельцу. С тобой трудно торговаться. Конечно, почему нет? Возможно, я даже смогу продать это прежнему владельцу. Это больше, чем я плачу обычно. Тебе удалось неплохо заработать. Да укроет как тебя тень. Что интересного? Призевых крабов. Противные создания. По крайней мере, они медлительные и не очень умные. Что я могу сделать для тебя? Я слышала, что тебе удалось закрыть врата Обливиона возле Анвила. Я ценю твое мужество и самоотверженное служение моему городу. Теперь, когда Анвил находится в относительной безопасности, я отправлю своих лучших солдат на помощь гарнизону Брумы. Я не поддерживаю отношений с графом Скинграда. И, насколько я знаю, Янус Гасилдер вообще избегает каких-либо контактов с кем бы то ни было. И тебе всего наилучшего. Привет! Если собираешься в путь. Особенно, когда заседает совет. От клинков, говоришь? Тебя послал Джоффри? Что произошло? Слушаю. Не волнуйся. Совет старейшин прекрасно справится с управлением империей, пока не найдется наследник императора. По правде говоря, большинство членов совета вернулись в свои провинции для решения местных проблем, но мы с ними в постоянном контакте. Но внутренний совет все еще проводит регулярные совещания. Мы держим ситуацию под контролем, уверяю тебя. Это ужасные новости. При обычных обстоятельствах я бы немедленно выделил легион или два для оказания помощи Бруме. Но такие обстоятельства нельзя назвать обычными, правда? Я несколько недель умолял выделить войска для защиты Сиродила, но генералы уверяют меня, что имперская армия уже полностью задействована в боях. Кроме того, если бы я попытался вывести войска из провинций, я бы спровоцировал полномасштабный политический кризис. Извини, но городам Сиродила пока придется рассчитывать на свои силы. Еще...
Еще увидимся. Монетку для старого нищего. Как поживаешь? Привет. Я ожидал тебя. Стрела высвобождения у тебя с собой? Я надеялся на целую стрелу, но это не твоя вина. Мне придется починить ее. Этот наконечник стрелы все равно поможет совершить задуманное. Возможно, ты понадобишься мне в самом ближайшем будущем. Вот твое вознаграждение. Я также присваиваю тебе звание мастера вора гильдии. Фатис Улис из имперского города станет твоим новым скупщиком краденого. Да укроет тебя тень. Сжалься над старым ветераном воин. Салют! Твой выбор сделан, а теперь оставь меня. Я жду от тебя результатов. Что удалось выяснить? Компания «Черный лес» прочно обосновалась в Лейявине. Эти сыны... Забудь. Задание выполнено. Вот твое вознаграждение. Хорошая работа. Учитывая твои заслуги, ты удостаиваешься звания мечника гильдии бойцов. У меня сейчас ничего для тебя нет. Поговори с Азаном или Грокашем. Поднаберись опыта, и тогда, может быть, у меня что-то для тебя появится. Или, возможно, ты заслуживаешь повышения. Пока. Салют! Глистал и молит.
Привет, Каджит. У тебя пружинистый шаг. Как у акробата. Приветствую. Хочешь поработать, да? Рад видеть, что ты усердно работаешь. Я хочу, чтобы ты разобрался с ворами в Анвиле. В районе участились случаи воровства. Свидетели считают, что воры залегли где-то неподалеку. Поговори с людьми, может что-нибудь выяснится. Я не знаю, сколько их может быть, поэтому я даю тебе в помощь еще одного рекрута Маглира. Думаю, вы уже встречались. Вперед! Тебе нужно избавиться от этих воров. Привет! О, это ты! Похоже, мы работаем вместе. Видно, нам нужно расспросить жителей Анвила. Вдруг подскажут. Вот уж не ожидал получить задание без четкого направления. Я буду следовать за тобой. Получка! Быстрее! Как поживаешь? Что-то беспокоит, гражданин? Не думаю, что я знаю тебя настолько хорошо, чтобы делиться с тобой такими вещами. Прощай. Есть проблемы? Ничего конкретного не знаю, но говорят, у Ньюхэйма Тучного украли какие-то вещи. И он всех расспрашивает о них. Поинтересуйся у него. До свидания. Привет. Привет. Как поживаешь? Подай монетку инвалиду. Ходят слухи, что норды пытаются захватить весь Салстейн и вытеснить оттуда имперских легионеров. Опять война с нордами? Это печальные новости. Береги себя. Привет! Что может Ньюхейм Тучный сделать для тебя? Да, я знаю об этих подонках. Эти ублюдки ограбили меня. Украли мою фамильную драгоценность. Свора босмеров. Кто бы мог подумать? Не хочу обидеть твоего друга, впрочем. Последнее, что я слышал, они были в пещере Хрота, неподалеку отсюда. Ты найдешь ее к северу от Анвила. Удачи и задай перцу этим ублюдкам. Удачного Привет. Тебе дня. Пойдем. Давай побыстрее выполним это задание и получим свои деньги. Отлично. Вперед. Что Получка. На этот раз? Беги, пока можешь. Они нашли.
Пошли нас в атаку! Тебе не стоило появляться здесь. Давай покончим с этим. Мы закончили здесь. Пойдем за жалованием. Отлично. Вперед. Время обедать. Слушай. Привет. Приветствую. Удалось ли тебе покончить с этими ворами? Ликвидировали их? Вы хорошо поработали вдвоем. Мне кажется, тебя ждет большое будущее в гильдии. Вот твое вознаграждение. Извини, повышать тебя еще рано. Выполняй контракты и занимайся сопутствующими твоему званию обязанностями,
и повышение не заставит себя ждать. У меня нет ничего для бойца твоего ранга. Поговори с Бурзом Грокашем в Чиденхолле. Может, что-то есть у него. Прощай. Если я могу что-нибудь сделать для тебя, я к твоим услугам.